пришли к выводу, что нужно не только просто лечить саму онкологию, но и реабилитировать наших женщин, возвращать их к нормальному образу жизни. И мы пошли по пути реконструкции молочной железы. Пройдя определенный путь, да, от начала, от диагностики, лечения минимальных форм, сейчас уже обращаемся к более сложным. И мы хотим вас пригласить на конференцию нашу, где будут представлены, на мой взгляд, даже на мой взгляд, все ведущие реконструктивные больше кинопластические хирурги. Это Соболевский, один из таких Хаджаев, Исмагилов, значит, Приворотько. Ребята, которые реальные онкологи, которые хотят делать эти вещи. И мы запланируем следующие операции. Для начальных хирургов это будет очень поучительно, познавательно. Это первая отсрочная двухсторонняя сразу установка экспандеров. Следующий этап. Второй пациентка будет это замена, двухсторонняя замена экспандера на имплант. Следующая операция это будет так называемая проблематичная, спорная, дискутабельная профилактическая мастектомия у пациента с раком молочной железы и с бирсей положительным рядом. То есть будет замена уже экспандера на имплант с одной стороны и установка импланта. И планируем так называемую эстетическую секцию, которую будем проводить. Ну, здесь уже с коррекцией, включая липофилинг. Поэтому здесь мы ждем всех желающих. И посмотрим наш город. Наш город миллионник. Вот. Ну, строится, развивается. Мы будем очень рады видеть всех наших гостей.